Ребята, всем привет, меня зовут Юля, это моя подруга Карина, и сейчас мы находимся на даче. Прикиньте. И я уверена, что многие из вас, кто смотрит нас давно, узнали этот диван, эти шторы, потому что именно здесь мы снимали первые влоги с дачи, которые да. вы все так любите, и которые набрали очень много просмотров. Около и уже... 5 миллионов. Минуточку. Понимаешь, да? И сегодня мы с Кариной будем смотреть эти старые видео. Мы их давненько не смотрели, хотя, конечно же, я помню примерно все, что там происходило, но что-то уже подзабылось, поэтому сегодня мы снимем нашу реакцию на эти видосы. Круто, да. Я очень люблю пересматривать их, но я не смотрела их, наверное, уже год, поэтому все подстерлось у меня в памяти, и сейчас у меня будут прям, наверное, такие классные эмоции, у тебя, наверное, тоже. Сейчас мы будем смотреть летний влог с дачи, который опубликован 17 июня 2014 года. На данный момент здесь 4 миллиона 717 тысяч просмотров, 96 тысяч лайков. Я волнуюсь. Я тоже. Заставка просто... Что, это в Sims сыграла? Да. Приветик. Сегодня у нас 13-е. И, как всегда, наш влог начинается... Можно я сразу прокомментирую мой голос на этом видео? Дело в том, что с моей камерой были какие-то проблемы. Это реально так. У меня почему-то было пару раз такое, что мой голос становился на 2 тона ниже моего реального голоса. И... К сожалению, на тот момент я не знала, что можно его повысить, и для меня это было странно, что у меня с голосом, просто я когда это сейчас смотрю, я понимаю, что это не нормальный голос. Нет, он тут намного ниже моего реального. Это еще наши старые дома здесь. Клавдий. Слышишь, у меня голос другой? Нет. Супер, сученька. Голос пониженный на несколько тонов. Окей. Это реально так. Смотрите, мальчик. Макдональдс. Я предлагаю поехать на дачу. Такая секси. У меня еще отчим. Здесь что, Титанберт? Да, сильно наш. Это мама Джан, мама криминал, мне принесли. Такой пацан вообще была, мне кажется. Ты сейчас такая натуре. Мы ждем, когда нам принесут хачапури, которую мы заберем с собой. Так. Мы же тогда пародировали типа Гриффина. Да, вот это Гигери. Вот это вот. Вот, этот истинный момент. Это самый лучший момент за всю нашу историю блога. Встреча с ним была судьбой. Как ты могла с сыном так? Наша. Он еще не был нашим. Сейчас мы его удочеряем. Возьмем его? Как назовем его? Давай, по-моему, он. Альберт! Ты его так назвала? Я? Да. Я так сказала. Дедуль, мы усыновили Альберта с Кариной. Это так мило. Это наш новый дворовый сын. Мы еще тогда знали, что будем пускать его во двор. Альберт хочет погулять. Это хасл, между прочим. Он бы мог улететь. Но он не улетел. Да. Это судьба. Сдулся парень. Сдулся парень. Реально, это судьба. Да. Я тебе говорю, это реально. И представляешь, ты знаешь, как мне обидно осознавать, что на видосе, на котором столько миллионов просмотров, у меня такой ужасный голос. Я вам клянусь, это не мой реальный голос. С камерой была какая-то фигня. И только потом. У тебя он, ну, я не знаю. Может, он... Он у тебя тоже пониженный. Он у тебя тоже пониженный, но просто на моем очень сильно это отразилось. Развяжется, Юль, засунь его сюда. Вон на покрышку повесь его. Продайтесь. Уже тогда классно мы пришли. На дачу мы будем с моим братом, Гошей. Ты слышишь, что он голос? Сами будет тусить, не факт, что вы его увидите в видео. Потому что он такой, что ты меня снимаешь, сучка? Как ее брат. Они все такие, что ты снимаешь меня, сучка? Пойдем смотреть. Пах-пах-пах-пах. Я обожаю вот эти съемки близко к шее. Вот. Мы так похожи со мной 5 лет назад. А я, мне кажется, вообще другая. Давай, заткалась. Это дед-дружба. Не дала. Этому не дала, тому дала. Что? А я знала, что ты так скажешь. Там. Я не знала, я их помню. Не смотрела год. Блин, вы прикиньте, 5 лет прошло, я все равно так же реагирую на вещи. Тебе дала. Я по-прежнему плохо кривляюсь.
Нет. И все, что я делаю, с волосами. Гениально. Гениально. Мне очень нравится, что мы с тобой здесь сзади вдвоем ездим, а не... Куда ты идешь? Надо водителя нанять. Вот в этом, кстати, суть. То, что мы в машине, конечно, снимаем, как мы едем, поем, кривляемся, но кто-то один обязательно занят там дорогой. Да, и не, вот так вот не покривляешься. Поэтому, конечно, ну... Можно один раз взять поездку с водителем. Ай, нога. Вряд ли мы при нем будем так кривляться. Ну, знакомый, понятно. Какие-то английские песни, вот удивительно. Карина, он туалет. Мне всегда вот это надо только. Знаете, что за заправка? В общем, когда в прошлом году мы уезжали в Грузию, ужасный голос, ужасный. Мы сюда заехали, ну, я смирилась, чтобы купить что-то в самолет. Вот, может, у тебя раньше такой голос был? Нет, просто? Я тебе клянусь, да, другие видео даже того года посмотреть, там другой абсолютно голос. Кстати, во влоге с Грузии это есть, и вы можете видеть эту самую заправочку. Короче, сейчас Карина пошла пописить. На самом деле, поссать, как пацан. Прости, Карин. Хорошо, я тебя прощаю. Спустя пять лет. Уходили. А ты не заметил? Да, не заметил, кисточка. Опять, вот видишь, он постоянно ищет повод сбежать от нас, придурок. Ты осознаешь, что он шарик? Чего так обзываешь? Я говорю, Карине, сними, типа, мы гуляем по магазину с сыном. Мешает всем. Нет, не тут. Я в другом месте брала в этот раз. Блин, тогда мы очень обожали эти хлебцы. Все покупали их, отмечали нас. Да. Вкусные хлебцы, доктор Корнер. Обычно мы берем, не знаю, очень много всего. Закупаться в магазине всегда была нашей традицией. Mm-hmm. Я помню, как я это обожала. Мы так много всего брали. Заходили в магазин. Короче, стадиги. Совсем забыла рассказать, что скоро приедет мой брат. О, нет, я говорила об этом. Короче, моя мама придет моего брата. Абсолютно мои ногти нарощенные, длинные, господи. Офигеть. Мне, наверное, 40 ехать. Ужас. Вот, так что скоро приедет мой брат и будет с нами жить. Гигелин. А сейчас я спускаюсь вниз, потому что Карина готовила себе кушать, потому что она не кушала хачапури. Вот, я буду пить чаек с ней за компанию. Я ппшница там. Что там Карина у нас приготовила? Хочешь попробовать? Я помню. Похоже на какую-то блевотину маленького ребенка. На Альберта. Ладно, съем одну. Ну, надеюсь, тебе не понравится, ты не захочешь у меня поесть. Вкусно, но не буду есть. Жизнь, подруг. Фу, нет, не вкусно. Фу. Итак, ребят, я без понятия, о чем будем сегодня делать. Надеюсь, скорее всего, после того, как мы поедим, мы разберемся с вещами наверху, разложим их, наверное. А потом, maybe, сядем за машину, включим музычку и такие ара-ара-вай-вай. И поедем по даче, потому что погода отстой. Так мы и сделали, смотрите-ка. Ничего не меняется. Я постегнулась. Ну, вдруг для тебя. Сразу? 14 год, сколько мне лет? Да. Мало. Выходит. 16? Ходит. Но ты здесь без прав. Ну, понятное дело. Ну, это мы по участку ездили. Вот эти мне очень нравятся, как я голову высовывала. Ой, прикольно. Это вообще бомба. Можешь так ехать? Как ты так сделала? Всем хай. Ты такая маленькая? Я-то маленькая, понятно. Я смотрю, ты такая маленькая, ты тоже очень изменилась. Угу. Вот эта вот детская пухлость какая-то, типа щечки вот такое вот ушло. Здрасте. Такие чекули, конечно. Мама. Сейчас моя будет. Привет, мам. Здрасте. Чего? Средь бела дня. Так мы тут катаемся, мы вообще кругом катаемся. А Гошан там вообще маленький пипец. Сейчас он уже взрослый. Да, выше меня. Чурбаки! О, его не стало, да? Да. Старенький, ну его давно уже нет. Сейчас мы с сыном, с мамой Джан и Кариной. Гулять пойдет? С мамой Джан, с моим зубом, хотел сказать, братом, который приехал, между прочим, поедем в ресторан встречать рождение ребенка. Макдак. Да мы вообще собаки жрём без удержки.
Ай, нога. Все, сейчас нога. Мы поедем с Альбертом. Я до сих пор это использую. Карина, я хочу, чтобы вы пристегнули нашего ребенка. Это правильно, безопасность выше всего. Я всегда, кстати, пристегиваюсь в машинах. А на сзади нет. И сзади. Да ладно. Да. Потому что мне не нравится, что мой сын может вылететь в окно. Хотя он сегодня летал. Знайка! Погодка хорошая. Лето. Стой! 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 Любимый! Спрашивайте у нас, кто из нас отец и мать. Мы истина. И отец, и мать одновременно, оба. А где сейчас скоро будет? В общем, до того, как мы поехали в Макдональдс, мы с Кариной лежали на кровати, отдыхали. Сейчас покушаем и пойдем гулять по даче. Вот. Мне кажется, тебе хорошо с таким цветом волос. Мы с Кариной сидим, обрабатываем влог. Покушали. Карнитин пью. Не я. Она сейчас пьет какой-то карнитин. А, точно, в других влогах ты бегаешь. Да, типа жиры лучше сжигаешь. Я сейчас... А что я пью его? Сейчас побежишь, наверное. Сидел на том стуле. Он был наказан. За что? А где он? Я не помню, чтобы я наказывала его. Я наказала, потому что он сидел. А где сын-то? Я буду хорошей мамой. Наказала, потому что он сидел. А где он? Без дела. Карина! Я решила погулять без твоего разрешения. А кто это? Ты выпустила его? Ты? Нет. Да? А кто тогда? Вот это мы актрисы. Черныш? Черныш выпустил? Ну, он напьет. Альберт, иди домой. Сына! Альберт! Альберт! Домой иди, сынок! Мама зовет! Мама отец зовет! Матец! Юля придумала это слово. Попаду, как думаешь? Не послушай никакой, а? Айфоном попаду, как думаешь? Давай! Все. Не попадешь? Конечно, нет. Придурок! Сейчас подниму. Сын! Ну-ка давай, сходи за этим придурком. Ну совсем что ли дура, давай выкинем все. Попаду, как думаешь, с айфоном? Сына! Сына, я сейчас капушком кину. Это моя любимая фраза. Домой иди. Альберт, я кому сказала? Посмотри-ка, он мне три пальца показывает. Они нарисованы. Они нарисованы. Послушай, как я там ржу после того, как говорю, а, они нарисованы, а, что-то такое. Они нарисованы. Альберт, мама зовет. Обожаю, это приятно. Слушай, ну-ка, принеси его. Приведи его за шкирку. Альберт, скотина какая. Тебе так идет этот так. Это пацаны. Ай, ну, кстати, вы в курсе то, что это постанова была? То, ну, вот именно то, что он внизу оказался? Нет, не в курсе. Сижу, обрабатываю влог. Тем временем Карина бегает и предлагаю посмотреть, как она бегает. Пока Юля обрабатывает влог, я иду бегать. Нормас, молодец. У меня в планах бегать каждое утро и каждый вечер, тут хотя бы по километру. Нормас, молодец. Вот сейчас я иду, потому что я снимаю. Нужно включить музыку какую-нибудь. Готово. Потом я приду и буду кушать. Так вообще, как будто у меня маньяк тут где-нибудь снова. Хотела сказать, что километр уже позади. И я сегодня точно красавчик, потому что утром я бегала 2. Ну, то есть, как бы уже норм. Блин, ты уже 5 лет занимаешься спортом и сидишь на ВП.
Не, ну почему? Да не, я норм, мне нравится бегать. Ну это как образ жизни, наверное. А то когда придет Карина, как вы видите, ей там очень весело. Худеющая сучка. Но не я. Нет, я не худею. До сих пор 5 лет прошло. Итак, на данный момент мы с Кариной собираемся идти гулять, поскольку нам кажется, что мы можем замерзнуть, потому что холодно вообще, в принципе. Мы решили одеть дедовские куртки. Дедовские. Давай. Кизенька, кизенька, моя сладкая любовь. Он до сих пор здесь, да. Где-то бегает. Да. Зачем? Ну, он у соседей живет, так как дедушка сейчас не живет, да. На заборе как бы написано. Но я не знаю, что там написано. Это не наше. Короче, как вы, ну, помните, мы такие типа по хаслу. В общем, мы. Нет, мы такие подходим. Ты стала женственней. Там сзади. Да? Мы такие, типа, что делать нам? Иди, иди. Туда нельзя замок, видишь? Братка, точно. Подожди, это наш первый или второй влог? Ну, не знаю. Он самый популярный, но второй, да? Да, второй. Да ладно, пофиг. Туда нельзя замок, видишь? Лопух. Лопух. Упала, сучка. Пойди еще вот так. Думаешь, женственной стала? Ой, давай, эй. Лесничий! Спасибо, лесничий! Спасибо, лесничий! Ай! Спасибо, да. Тебе так идет говорить. Ай, лесничий, палка, не шути, да. Больше, чем мне идет даже. Смешно так! Идем дальше и дальше. Мама уже в тумане. Да, ребят. Пытаемся разобраться, где туман, мы потому что в тумане. Он типа далеко, мы типа тут, но тут туман был когда-то, когда мы издалека смотрели, понимаешь, да? Понимаешь, да? Короче, мы очень долго шли, и уже сказал, что это трава ядовитая, и мы такие типа, весело. Да, иди сюда. Да. Туман, в смысле? Ну, в смысле? Не знаю. Давайте окунемся в природу. Мы окунулись в природу. Лезет через эту траву. Ты вечно как уйдешь куда-то, забредешь куда-нибудь. Да, я любитель. Ай, брат, если заразилась кожа от этого дерьма, все, ты уже сам не вылечишься, понимаешь? Оставьте меня. Ладно. Крапива, братки. Попутала совсем. От тебя прям так и прет это все. Ты даже не стараешься. Опять? Ты идиотина просто. Ты прыгай, да? Придурок. Опять я готовлю свою кухонную еду. Карина Коспаренц. Ну, мы уже пришли домой, разумеется. Уважаемая, буду делать себе салат. Это ее штучка, на которой она меряет всю еду. То есть вообще конченый человек. Вот. Она типа худеет, там салатики, а я просто пью чудо-калорийные. Приветик всем. День-два. Я вышла. О, сейчас буду разминаться? Побегать. Также я буду разминаться. И увидела очень милую картину. Пусёк. Я сейчас также буду там валяться. Смотри, что есть. Сейчас сначала разомнусь немножко, а потом буду бегать, потому что вчера я бегала утром не на размятое тело, и было потом очень больно и неприятно. Теперь я так не делаю. Потом у меня в планах пойти помыться. Я такая неуверенная. А после приготовить нам завтрак и разбудить Юлю. Будить будет сложно, сразу говорю. Это твой первый самый монтажный лучший ход. Точно, точно. Это просто вся жизнь до сих пор так. А музыка где-то занимаешь такая чисто, знаешь, примитивная. Смотри, забор другой вообще. 5 лет прошло. Я уже дома, и давайте же окунемся в сонное царство Юли. Тьма просто, ничего не видно. Это как раз вот на втором этаже. Да. Я еще рано. Аюшки, ребятки, я сушусь. Тащила с собой из дома овсянку. Сейчас намочу нам с Юлей каши с яблоком и с мёдом. Потом она ее не съест. И паштет ей намажу. И себе. Как без паштета. Во сколько ты встала тогда? Не помню. Тебе сколько паштета намазать?
С кашей? Ты не будешь кашу, которую я так усердно делала? Она ее не съела. Что за тварь? Давай я тебе намажу 2 бутера. И ты съешь кашу. Ну да, она потом спала еще очень долго и не съела моей каши. Почему-то всегда боялась ее будить. Мне такое ощущение, как будто она на меня обидится на это, и мы поссоримся на всю жизнь. Вот почему, так не знаю. Это до сих пор есть. Отнимать сон и еду у этой женщины нельзя. Звони Юле, чтобы она спустилась, потому что она... На что ты рассчитывал, брат, когда звонил мне? Не знаю, надеюсь, что ты встанешь и кашу мою съешь. Юль, ты вообще же не любишь кашу? Потому что она, наверное, спит. Мою не ела, видишь? Тогда надо было попробовать. Приготовила и вообще сейчас остынет. Потом у меня, видите, фотка стоит какая. Да, вижу. А, вижу! Ой, я проголодалась. Бибер. Этого медведя, который сзади меня Карина Бибером назвала. Не медведь. Ну что он там, бык? Бык. Там у себя в Москве гигери. Гигери. Это наша фраза была из... Откуда? Гриффины. Гигери, гигери. Гигери. Хлебушек сейчас зачерствеет. Паша остынет. Она уже... Яблочки станут этими. Ну да, чай тоже надо. Блин, реально. Свет вырубят. Если что, Юля не поняла ничего. Когда мы ездили с ней на дачу, у нас было прям все круто, только, наверное, когда я тоже не была ППшницей, потому что мы спали с ней до 5, мы ложились в 5. У меня и так все было круто. Я спала до 5, ложилась в 5. Чтобы покушать, позавтракать. У нас холодно, рили, дождь, гром. Я боюсь грома. Я оделась потеплей, как лахчму. Ну да ладно. Дашан! Привет, Доша. Такой маленький пипец. Надеюсь, он мне скажет потом спасибо, типа, сестру. Спасибо, что снимала меня таким маленьким. Я могу посмотреть на себя, какой я был, типа того. О, looking for you, looking for you. Ну, это Итак, мы только что пофотались. Короче, мы эксплуатировали ребенка, заставили Гошу на фотографировать нас. Вот. Да, было круто. Он нас фотографировал как звезды. Ну, конечно, по тем меркам крутые чекули были вообще. Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как... Это мужик. Скид дождь! Аллилуйя, дождь из мужиков! Эй, эй! У меня до сих пор эта песня есть. Барбиха! А это мы до сих пор слушаем! Будто пьяные, безумяные. Мы сегодня снимали влог с дачи, когда сюда ехали, и вот эти две песни у нас там было. В принципе, мы всегда одно и то же слушаем, да. Но то, что мы сегодня именно эту песню включили, это вау. О, я забыла поднять штуки. Скажи, как ты себя чувствуешь, когда? Я поднялся. Юлия Пушман. Ты уже Пушман? Да. Сделай так еще раз. Значит, ты уже рекламируешь. Знаешь, что куча это? Комаров, и у меня ноги покусаны. Вроде нормально припарковала, как баба. Не прямо, а косо, как баба. Ну, это на меня похоже. И на меня. Падает. Сзади мягко. Мы так греемся. Ой, у меня животик видно. Все горит, пойдем. Мы с Деном гуляем, вообще-то. Блин, так холодно стало сразу. И Карина, мама, да. Я селфи делаю. И Карина, гиги. Сейчас я буду пшикать Карину штукой. Ча будет, брат. Только почему мы начали друг друга братом называть? Ни сестра, ни Юль. Эй, какую сестра? Ты в Кавказе видел, чтоб сестра говорила сестре? Нет. Брат, я есть брат. Из сбоку чуть-чуть. Да, дружба. Да, брат. Да? Да, брат. Хорошо, пшикнул. Не, ну это только если 1000 миллиард. Короче, мы в поле фотались. Что еще можно сделать на даче? Очень красивый вид.
И сейчас мы пойдем домой, потому что сей час 19. Блин, классная песня. Мы обожаем. О, мы тоже сегодня это слышали. Короче, моя счастье, моя боль. Пускаю тебя, мне на миг, ты знаешь, сама, что я хочу только с тобой. Смотри, как я качаю иду. Аня. Давай танцуй, брат. Ай, ща. Бах! Слушай, не могу так. Давай. Ладно, что тебе, плакать что ли будешь что, от этого? Впервые что ли? Вот вторая песня. Давай, все нашла, брат. Какой турники, пойдем туда, там весело, брат. Это был первый. Да, там страшно было. Очень страшно. Помнишь, я ногу себе сломала. Стой! Вот этот влог, наверное, у меня был, да? Да, да. Капец. Ну, не два самых крутых, это, я считаю. Не надо, не пойду сюда, да? Не знаю, а мы ее услышали, когда ехали сюда, и я быстро скачала. Быстро. Я не знаю, брат. Мы тебя невыносимо умножаем. Не знаю. Дысь, я сниму, как ты ложишься. Тоже крутая песня. Кому вы звоните? Мама-то ты? Мама у тебя дома, поняла ты? Как я могу быть мамой? Ты мне 16 лет. Обожаю. Блин, он такой долгий теперь. Итак, братки, наверное, вы думаете, что наш влог скучный. Мы тоже так думаем. Мы тоже так думаем. По крайней мере, мы его еще долго не обрабатывали. Вот, поэтому мы тут только были один день, сегодня вот второй день. Но ничего смешного не произошло с нами, кроме вот этого дерева. Сейчас Карина фотоится на GoPro. Кстати, я уел мазафака, от GoPro такая клевая поза. Я фотоюсь на GoPro, и мне очень нравится клевая поза. И самое интересное, что с GoPro сразу можно себе на телефон сохранить фоточку. Да? Через приложение и видео тоже можно, то есть вообще по кайфу. Поэтому, скорее всего, я часто теперь буду фотаться на GoPro. Знаете, телефон она держит, типа, незаметно, а на самом деле там видно все, что она снимает на GoPro. Поняли, да? И можно видеть сразу, что ты фотографируешь, свое лицо делать красивым, на самом деле, ну, страшное, как жопа. Да. Хотя, знаете, некоторые жопы красивые. Красивее, чем некоторые лица. Цитаты, понял? Зачем? Короче, мы пришли домой сейчас с Кариной, дедушка поехал отвозить Энвера. Вот, сейчас будем что-нибудь кушать, потому что мы голодные. Вот, такие дела. Короче, мы с братом будем играть в бомбинтон. Я люблю его. Кстати, я очень хорошо играю в бомбинтон. А вот здесь ракетки. А Карина уж побегает, мне надо плоть. А где вообще ракетки-то? Это плоть, вот они. Они до сих пор там висят. Целых 4. И вот эта штука, которую мы сегодня поставили. Да, да. Чтобы видео сняли. Холодно, в принципе. Короче, сейчас мы будем играть по-братски, да? Холод, да, по-братски вообще. Кто так? Это я с тобой сейчас играть не буду. Я думала, ты не поймал. Отношения брата и сестры было. Это что за дерьмо? Что там издала? Минус у тебя, да? А что ты это? Я даже рот закрою. Пунин да не умеет он играть, вообще не такие. Ты Капу пересмотрела? Я хотела сказать, что я Капу пересмотрела. Тогда это... Да, да. Сначала, короче, Камеди Баттл смотрела, весело было, это говно пришло. Я говорю, давай поиграем, сестра по-братски. Я говорю, давай. Играть умеешь? Да, пойдем поиграем, короче, смотри у меня. Как вообще? Это просто... И чё? Чё, один раз ударил, всё, боже, не может вообще. Как ударили, Каха говорит. Ладно, что даже отбить не может. Ты на одну руку заснула, короче. Ой, маленький недорос ещё, да? Смотрите, как я жестко играю. Вот так-то надо. Так нечестно. Честно? Давай, слышь, ты с тобой сюда к проводу. Давай, всё равно просрёшь, как Молодец. Бежать надо! Ой! Я не могу! Я не могу! Мамушки, я бы сейчас убью этой ракеткой! Нормально дело, нормально будет! Чё? Через плечо так называемое!
Откуда у тебя? Ты нормально, ты не подкидываешь вверх, смотришь на него, что непонятно, что ты этого не понимаю, запомнить сложно? Молодец, два раза отбил сегодня, ты прям чемпион. Знаешь, вот так не делай. Вот так делай, да? Вот так всегда держи. А я так делаю. Вот так делаешь. А что ты не побежала? Че знаю. Обычно не долетал. Молодец, братка! Придурок! Сильно. Пойдем, сына. Отец нам бы один или два, не знаю. Просто отец зовет. Пойдем, сына. Сынок. Сына! Сына, посмотри, отец тебя там ждет. Сына, иди. Спустится ко мне? Конечно. Сын, он что-то не хочет. Давай, сына! Сын! Давай! Ну, я выгуливаю ему булочку. Что-то он это непослушный. Ой, сын, ты куда? Сын, подожди! Отец! Да. Лови сына! Сына, погуляй! Гуляю, послушный отец. Нет, слушай, мне впадлу, я там играла с этим, как его, брат его. Пан Бинтон, играть умеет собака? Дома? Нет, на улице, зачем дома играть? Давай гуляй, слушай! Посмотри, что за юморная эта девочка была. А, ему весело, точно! Вижу, как ему... Сына! Веселись, сынок, веселись, умница! Да, это я! Карина, называй меня Шахерезадой. Моя взлетка только это. Ладно. Короче, всем привет, это второй день. Вечер, ночь, я бы сказала, уже час ночи. Юля заставляет меня чистить ей мандарины. Рабство. И обрабатывает влог, который вы сейчас смотрите. Кстати, как я научилась обрабатывать? Вот так. Я смотрела всегда, как Юля обрабатывает, и когда начинала уже свой влог, мне было типа норм, потому что я знала какую-то базу. Да, это удобно, кстати. А ты как училась? По видосам? Нет. Я сама не помню, просто, ну, сама, типа, что-то там методом тыка. Я всегда все учу методом тыка, нормально. Я чищу, половину забираю себе, половину отдаю ей. Это хасл. Я так мало? 50% работаю. Ну, прости, брат, просто должна же процент какой-то забирать себе. Молодец, бизнесменша. 10% у тебя 70 дней, ладно? Нет, я же чищу. Братка, тогда чищ быстрее. Говорю, ноги болят от бега, понял? А, ребят. Утренний бег — это ужасно. Я до сих пор так думаю. Если бегаете, бегайте вечером. Намного легче. На черепашку похожа, которая... Как хорошо летом-то, блин. Ну или что, это летний. Я хаваю. Хаваю, ага. Не знаю, что ты из этого точно еще съел. Сейчас уже 15:23. И я смотрю стендап. Юля все еще спит. Я 15:23? Уже побегала, лежала на травке, позавтракала. Короче, поделала всякого. Сейчас сижу. Будете. Она сказала, чтобы я не будила ее. А я встала. Бедный ребенок. 12:30. Такая. Вроде глубокая ночь, но нет. Юли встал. Это моя версия. Она красится, она уже сходила вниз, умылась, все такое. Сейчас, дорогие дамы и господа, 4 часа. Это у нас 4-й айфон? Потом мы выйдем, идем на поле, да, будем фотографироваться опять, как ты, Пашки, на поле. Да, 5-й. В Инстаграм. Вот такие дела. А потом не знаю, что будем делать. Наверное, придем домой, будем смотреть стендап. Он весь день идет сегодня. По кайфу вообще. Да, вообще-то весело. Я думала, не будет так весело, как оказалось. Здорово, братки. Погода по кайфу. Я не знаю, сколько градусов, но погода по кайфу. Думаю, где-то градусов. Это от Юли прогноз погоды. Не знаю, сколько градусов, но по кайфу. Самый точный. Мы скорее пойдем в поле, чтобы фотографироваться. У нас изо дня в день одно и то же. Погода в натуре по кайфу. Я в шоках. Это по вкусу окончательный вердикт. Вот она в шоке. И Карина прям в шоках. Гигрин.
Ой, извини, братка. Смотрите, лето, мать твою. Такая ты жизнь. Пошли, слушай, брат. Мы едем лето. Я колонку взяла, все взяла. Значит, сейчас будет музыкальная пауза. Вот, короче, шарманку ели. Сейчас, секундочку, да, мама нен? Подожди секундочку, не хватит на меня так пристально смотреть. Вчера, когда я бегала, я увидела ежика. Это был первый ежик за всю мою жизнь, которого я увидела. Да, ну, может, в зоопарке когда-то видела, не знаю, если там есть такие. Офигеть, ты ловко. Представляете, я бегу, если ты не видела ежика, офигеть, ты ловко. Я думаю, вайме. Мне бровей здесь нет. А потом я буквально, ну, успокоилась. Ну, думаю, еще немножко темновато было, я думаю, что светлые, там, как будто какие-то, может, за тень. И тут такой ёжик вот так пробегает и идет туда. Я такая, черт, так тихо, как не родной. Сейчас поле видели, там включим погромче. Жарко. Вдруг некоторые мои сородичи совы спят. Или уже вон где, у нас просто шорты, тут крапива, и сами понимаете, что нам неприятно. Неприязнь. Нет! Ура! Юля уже обосновалась на новом месте жительства. Лагерь разбила. Сейчас буду фототь ее. Наоборот, жизнь такая у нас скучная, что поделать. Да, Юль? Ау! Скажи им что-нибудь. Сказал. Язык тела, понял? Лето, братки, лето, братки. Итак, братцы мои дорогие. Заметила, сейчас ты всех ребят называешь. Точно. Называй опять братки. Ну, не знаю, пишите в комменты. Сейчас поедем в МАК. Опять в МАК. Хотя я не особо хочу кушать, на самом деле. Я вообще не особо хочу в МАК. Вот. Ну, обычно не то чтобы сложно дедушку говорить МАК, просто он говорит, это вредно. О, мой кот. Вы в курсе, что он как бы, типа... Ну, по сути, он изначально был домашним, но он так любит гулять, поэтому мы его выпускаем, он гуляет сколько хочет, а потом приходит домой. Осенька! Любовь моя! Хороший котик. Мой сладкий ребенок! Он очень красивый. Он очень хороший, дедушка его так любит. Он урчит. А это черный. Ну что ты пугаешь, пса? Ну просто ты пугаешь. Зачем? Кося! Ой, надо тебе на GoPro щелкнуть. Ой, мама, да. Азизас. Не весело. Завидую всем, кто может вот так вот кататься. Это очень клево. Мы едем в МАК, как вы поняли. Дедушка там. Я тут. Дедуль, помоги ручкой. Очень весело, на самом деле. Просто дикое веселье. Супер! Как пес, которого в окно высунули, он наслаждается ветерком. Кладочек, катать живот, дедуль! Давай, дедушка, щекочет мой живот, потому что у меня майка. Ладненько, я просто стою немного. Когда мы тогда так много языки высовывали. Не, я не высовывала. В прошлом влоге на я тогда так много языки высовывала. Один язык. Тогда мода была такая, с языками фоткаться. Я еще так делаю. Все, вы посмотрели. Целых 43 минуты мы сейчас сидели смотрели. Ну, что ж, не знаю, я очень-очень рада, что с нами такое было. И мы столько ржали, и есть что вспомнить. И самое классное, что все это есть на видео, и можно вот так вот сидеть, смотреть и до слез. Я уже вижу, как мои дети смотрят эти видосы. И говорят, мама, нет, ты нормально там загоняла вообще. Не знаю, блин, это круто. И да. Когда такое смотришь, хочется вернуться. И я вот когда смотрела, я думаю, блин, как жалко, что мы еще больше не снимали таких видосов. Да. Ну, мы как бы снимали, но, возможно, уже, когда мы взрослые, не так получается. Хотя, кто знает, может быть, через 5 лет мы посмотрим сегодняшний влог и будем думать, блин, как классно было. Ну, конечно, так и будет. Но надо почаще все равно. В любом случае, вы же понимаете то, что мы выросли, и, например, иногда в некоторых моментах, ну, я не могу уже так кривляться, как в 16 лет, потому что все-таки я девушка, я хочу выйти когда-нибудь замуж, родить детей, я не знаю. Нафиг надо, давай, давай, нафиг, 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 нафиг,
Вот, так что, ну как-то так. Я очень сильно надеюсь, что вам понравилось это видео, вы получили такой же кайф от просмотра старого влога вместе с нами. Если так, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на наши каналы, переходите по ссылке в описании, смотрите продолжение, другое видео на канале Карины. Тоже ставьте лайки, и мы вас всех безумно сильно любим, целуем, обнимаем, и всем пока!